20, ой, нет, 20 машин, то 20 машин. Нет, 20 уровень, 20 уровень, нет, 20 левел. 20 левел, помогите, дайте сквозь, дайте скриптом на 300 денег в час. Ой, 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 арест, арест 536, я слышу, я 544, 535, что я так сделал, ха-ха-ха, бум, ну все. Ха-ха-ха. А, не, ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Я сбил. Сбил что-то. Поэтому что? Могу действительно. Ой. Не. Короче. Я в мультиплеер не могу зайти, потому что жуки тут всякие вступают, да я. Жуки, которые крутятся. Ловушка! Сто! Сто, да? Давай, давай, давай. А то если действительно сбить, давай, давай, у меня игра помогает, ну что? Ааа, мне сильно помогает, уже иду, 6, 6, 6. Я остался здесь, и что мне теперь делать? Отдыхать здесь. Дрифт. Получился лаконящий компьютер. Видите, на компьютере загружен Windows Vista. Нажимаю Shift, нажимаю. Не понятно. Вот этот. Давай арестуй тебя. Ой-ой-ой-ой-ой! Арестой! 536-й он подхватил меня! Сейчас пристану! 536-й арестовал! Ну что? Я могу подхватить не 535-го, ну... Я примерно не различался, я не могу убежать, просто за... минуты. 537 мог арестовать. Сразу один Зеба. Пошли вы с вас. Давай, ну, арестовали мне. Что вы? Хотя бы и устаревший. У меня видеоориентация была. Особенно у меня нет интернета. У меня 20 левел не могу пройти. Помогите! Помогите! Во-во-во! Е! А-ха-ха-ха-ха! Kill myself! Сейчас что, рифтанулась? Да, ах, уже... Самое два... Садь! Уж... Двадцатки подгоняют меня. Раз, давай, гана, 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 гана.
сейчас примерно... Стоп, стоп, стоп! Арестовать 937-го надо... Хотя, это я в 900... Я и так арестовал. 538-й меня арестовал. 538-й раз. После этого 539-й. Давай. Это 540, 138 машин. Они арестуют меня под руку. Слушай, по 531. Спасибо тебе, что я не 538 раз. Все, второй. Стоп, сделать. Меня прет! Меня прет! Помогите! 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 Спасите! Я милицейский как... Мой товарищ! Участковый! Меня подгоняют 500 шит! С02! 537-02! Ну как это так? Арестованы 537 раз, трафик райдер. Вот наш трафик райдер. Но он в Xbox стоит Бэтменов, да? Исправление ошибки ее черного фона. В случае авария Бэтмена. Кстати, я могу здесь показать самый последний байк. Я покажу какой-нибудь. Вам покажу, когда я пойду на вечер поставлю. Потом 20-ю миссию вы проходите с этим байком. Он реально быстрый. Да, он реально быстрый. Я не вижу, где скорость. Мои машины могут не показать. Потому что видите, какую скорость. Ровно 1 км в час. Комбо X1. Потом пусть будет X1. Ах! 227 км в час! А машина думает, что я в аварию попал. И 326 км в час. Ого! Да миссия 44, 49 миссия, 49, 48, 54 миссия. Во-во-во-во-во! Не шикарно так делать. Ты-ты! Хватит! Да, да! 441 ошибка. 442 ошибка, 443, 442, 446, 449, 442, нет, 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 меня подкатили. 620. Ой, как он залагал. Извините. Нет, останавливаться, а то вдруг уже... Все, хватит. Маша не меры. Что у меня? Всем привет, я Катя Сача. Запрошу вас у кино на яскраву анимативну комедию «Никчемный ятры». Мій голос позичила Люсі. Суперагента, супермама трьох доречок. 29 Вика, на киноперсоне, это меня Бэтмен. На персоне третья серия, они... Ну, на украинском говорит. Это, кажется, реклама была. Пошли на маршрут.
нас 34 миссии, нам поэтому ты... Поэтому не могу. 20, нам нужно 20 миссии, а вот 20. Я ее покажу. 20 уровень на таком баке. Он сейчас дождем. А в чем смысл? Пиепсика какая-то. В таком же обогнать надо. Все, 19. Я вообще не могу. Придумал трассу М3. Меня что за бред? 615,5 очков. У меня лагает, потому что я не могу дрифтануть. Потому это машина не нас рубит. Осторожно ехать на этом грузовике. Даже я 619. Ну ладно, всем удачи и всем пока. Всем удачи. На будет? Какое? Пасхалки мне нравится. Он пойдет пасхалка с 619 по 623. Вот эти пасхалки очень смешные. Они будут открываться. Говорят, это пас... Снимать смотреть 7, раз М2. Что за бред? Это стволка. Все. Начинаю снимать пасхалки на 18 часть. Но на 621 очень самые важные пасхалки. У меня уровень. Но даже в 622 уровне он вообще-то сдох. Два. И так что 18 осталось. У меня осталось всего 18 комбо, я наверное. А, у меня будет 18-я часть. Это 18. Мне нравится, видишь, серию Майнкрафта. Это 18-я часть. Полярные медведи. Мне очень в Майнкрафте полярные медведи не нравятся. Последнее. Да. 10 авто догнать. Давай, соберись, соберись. Буду 18-ю серию смотреть. В игре Блэкспоп 20 уровень, я не на сложность. Я на 18, четверть, на 18 уровне застрял. Ну. Всем удачи!